привет! Сегодня наш видеоурок посвящен тем, кто в школе не ходил на уроки химии, а помогать мне его ставить будет Иван Иванович, который пропускал все уроки химии в школе. Здравствуйте, да? Катя. Да, так и есть. Итак, что же мы сегодня будем делать? Как называется наш опыт? Итак, наш опыт называется «Зубная паста для слона». Ты думаешь, слонам нужна зубная паста? Я не уверен, что слонам нужна зубная паста, и я не совсем уверен, что получится у нас, можно вообще использовать как зубную пасту. Ну, давай попробуем сделать. Итак, что же нам понадобится? Нам понадобятся сухие дрожжи. Затем колбочка. Перекись водорода. Да, у нас 3% перекись водорода, но чем больше, тем лучше. Как вы видите, моющее средство. Можно взять любое. И теплая вода. Да, так оно и есть. Итак, поехали. Значит, нам нужна чайная ложка дрожжей и немного теплой воды. Смешивайте до полного растворения, но вот я уже заранее подготовила. Должна получиться вот такая масса, однородная. Итак, выливаем все это в нашу колбу. Сюда же добавляем немного моющего средства. Так, чтобы получилось. Все смешиваем. Все, готово. Пару капель пищевого красителя, но в данном случае выступает обычная зеленка для цвета. Ну и сейчас самый главный реактив – это полстакана перекиси водорода. Если вас не устроил эффект первого фокуса, то можно взять бутылку побольше. Примерно такую. Чем меньше горлышко, тем больше здесь создается давление, тем лучше будет эффект. Так, и мы купили в аптеке таблетки гидроперита, чтобы создать перекись водорода 6%. Для этого нам понадобилось 3 упаковки, 8 таблеток в каждой. Научное обоснование опыта таково. Дрожжи выделяют кислород, а тот вступает в реакцию с водородом и выталкивается наружу, наполняя собой каждый мыльный пузырек. Итак, еще одна тема пройдена, и не говорите потом, что мы этого не проходили. Всем пока! Пока!